Собственно, слово «аудит» печатают с ошибкой. И весь город получает газету с таким текстом. Предлагаем аудит срочно, бесплатно. Отлично. Бесплатно? Аудит бесплатно. За спасибо. Никто не платит. Деньги отменили. Джек? Я подойду к вам тоже. А ты? Ты получаешь гроши. Да, да. Просто даром работаешь. Но это тебя не волнует. И мы с тобой после 13 лет брака ужасно любим друг друга. Я часто признаюсь тебе в любви. Я даже пою. Не часто, но бывает по особым случаям. Да, у нас в жизни были сюрпризы, мы многое теряли, но мы остались вместе. Знаешь, я бываю дураком. Но я становлюсь лучше рядом с тобой. Не знаю, может, все это просто сон. Может быть, я заснул под Рождество и вдруг увидел все это. Но клянусь, это очень реально было. И если ты сейчас улетишь, это исчезнет навсегда. Я знаю, можно жить так дальше. Мы с тобой выдержим. Но я знаю, что значит быть вместе. Это счастье. Я прошу, Кейт, одну чашку кофе. Потом улетай в Париж. Только прошу, не сейчас. Идем, Джек.